Сейчас зайдем в Лидл в Италии. Глянем, какая продукция у них. 6. 6 килограмм. Нормально. Возьмем. Тут у них арбузики 59 центов килограмм стоят. Чисто итальянский, так что выращенные здесь. Фрукты тоже, что из Германии. Сладости. Мясо. Колбаска 2,69, вот 3 евро. Это, я думаю, что это курочка. По-итальянски не понимаем. Всякие вот. Кукуруза, мясо. Это вот колбаска из фарша. Итальянцы-то громко разговаривают, как будто точно ругаются. Молоко. Ну, так же стоит, как в Германии. Кажется. Ну, то же самое в Германии продают. Что это и так итальянская продукция. Сыр. Сыр, да, давайте сыр возьмем. Такой же в Германии. Мороженое. То же самое, что и в Германии. Такой же Лидл. Пицца. Всякое разное в холодильниках. Ой, мороженое тут поштучно можно взять, так, и упаковку. Мороженого очень много здесь, большой выбор мороженого. Ну вот, вода 19 центов, цены нормальные, вот пиво. Пиво. Самое дешевое 35 центов, так понимаю. Это, наверное, с соком размешано, 4,7. Значит, не соком, это бывает. Пиво, 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 вода 14 центов, 17 центов. И плюс еще видно, не знаю, фанта у них есть, нету. Вот говядина у них со скидкой есть. Вот уже к школе тоже приготовили. Пеналы 7 евро. Карандаши 2 евро. Ручки. Клей 2 евро. Дозы для бутербродов. Рюкзачки в саде. Дозы, как и в Германии, тоже 5 евро стоят. Обувь есть. Уже сейчас магазин закроется, они до 9:30 работают. А мы как раз под конец. Сандалики есть. Со скидкой. То же самое, что и в Германии. Постельное, такие же цены. Все, папа нашел, пойдемте. Мы фолию искали, эту пищевую пленку. Ку-ку. Ну, чипсы взяли. Йогурт, сыр, арбуз, мороженое. Мороженое 2 евро. Папа тут пиво себе выбрал. Шоколад у них, конечно, витрина. Как в Германии цена есть дороже. Например, вот эти вот. Они стоят дешевле в Германии. Здесь дороже. Печень, конечно, дороже. Евро 79 десяток. А 6 штук евро 39. Самый дешевый евро 15. 6 штук. Водичка 19 центов. У них тара не сдается. Всякие рожки, напитки. Пиво Бавария. 1 евро 4 цента. Бэкс евро 26. Ну, это здесь большая бутылочка. Пиво. Здесь тоже всякое. Рожки. Всякие. Спагетти. Я, кстати, в Лидле такие тут килограмм номер 5 взяла за 89 центов. Мороженое. Тоже разного много здесь выбора. Возьми, давай возьмем. Сладости всякие. Я это здесь евро 39 десяток. Дороже есть. О, крабики какие. Красная мякоть. Это рыба.
чего только нет. Арбузы 49 центов, в Лиделе уже 39 центов. Все для пляжа есть, стульчики всякие, зонты. Там столары, игрушки.